Приветствую вас, мои дорогие зрители! Меня зовут Лилия Донскова. Помимо основного каталога номер 7 для участников премьер-клуба, то есть для всех консультантов, которые в предыдущем каталоге номер 6 разместили заказы суммарно от 100 баллов, доступен каталог «Выгода плюс». И мы сейчас вместе с вами полистаем этот каталог, и я вам расскажу, какие продукты мне особенно из него нравятся и на что обратить внимание. Приятного вам просмотра! Итак, каталог «Выгода плюс» начнется с 16 мая и закончится 29 мая. Что интересного в этом каталоге? Ну, во-первых, бомбическое предложение – это набор кремов для рук. Три крема небольших объемов. У меня есть два из прошлой коллекции, то есть дизайн поменялся, но тюбики будут точно такие же, такие акварельные, очень красивые, необычные, с классной крышечкой, по 30 миллилитров, то есть у нас получается всего объем 90 миллилитров три крема. Но это самая лучшая цена, которую я встречала за всю историю существования этих кремов. Обычно они были по 299 рублей, а сейчас всего 219. Аромат пиона, жасмина и сирени. Сирень — мой любимый аромат. Я себе обязательно закажу такие наборы. Это прекрасный подарок, сувенир. Вы знаете, вот когда нужно сделать что-то приятное людям, и не знаешь что, но вот в пределах такой суммы это, наверное, лучший вариант — подарить в красивой праздничной коробочке три крема. Кстати, за каждые 10 бонусных баллов из этого каталога в заказ будет вложен случайный бонус за 3 рубля. Бонус от Oriflame — это пробник, может быть, аромата, крема, да, или тональная основа. Следующая страничка. Будет у нас здесь карандаш, подводка для глаз, каллиграфия Giordani Gold. Я пробовала у этого карандаша необычный кончик, он срезанный и немножечко толстоватый, рисует классно, но приспособиться к нему я так и не смогла, поэтому больше я не заказывала такой карандаш ни разу. А вот карандаши для глаз из серии The One, здесь у нас будет три оттенка: коричневый, черный, серый. У меня с собой есть два: коричневый и черный. Классные карандаши, к ним никаких претензий абсолютно нету, хорошо рисуют, не размазываются. Вот этот черный, и у коричневого хороший такой приглушенный коричневый цвет, на косточке рисую, прям неудобно. Вот такие замечательные карандаши, они легко точатся, долго носятся, как я уже говорила, с ними комфортно делать макияж. Тушь объемная, водостойкая. Обратите внимание, что эту тушь можно будет снять только средством для снятия водостойкой косметики. И матовая помада с эффектом металлик. Это новая коллекция, но у меня есть 4 помады, 3 вернее помады из прошлой коллекции. Я вам их все равно покажу, потому что из новой я не заказывала, но увидеть все равно, как они в деле. Давно не красила, немножко подсохла. Какие они классные в деле, посмотрите. Сейчас очень модно, это тренд, такой матовый металлик. Поэтому если вы не успели заказать ранее эту помаду, то, наверное, сейчас пришло ее время. Вот они такие у меня красавицы, три разных. Пользуюсь иногда по мере того, как успеваю, потому что у меня очень много помад. Есть, конечно, какие-то любимые, к которым привыкаешь, знаете, как вот много-много одежды, а влазишь в одно платье и не можешь из него вылезти. Вот так же и с помадами. Но они очень классные. Тональная основа преображающая с SPF 18. Это Giordani Gold Master Creation. Это с этой тональной основой действительно кожа выглядит моложе. Она как будто преображается на глазах. Мне все нравится в этой тональной основе. Она с дозатором, с крышечкой. Давно не пользовалась. Цвет здесь у меня теплый и идет мне только под загар. Видите, сейчас чуть-чуть подзагорю и буду ее допользовать, надеюсь, в этом году использую. Но она в любом случае подстраивается под кожу, и когда еще сверху немножечко пудра, румяна, все равно все это очень хорошо смотрится. Буквально вот-вот начну как раз ее использование. Очень крутая тональная основа. Не пойму, почему она в спецпредложении, не может быть, чтобы ее сняли с производства, потому что она действительно классная, и кто ее пробует, уже потом все время ей хочет пользоваться. Видите, она не забивает поры, ложится ровным тонким слоем, распределяется даже пальцами.
Вот. А следующий продукт, так, пудры у меня нету, немножко перепутала. Компактной минеральной пудры у меня нет. Базы под макияж я тоже не пробовала. Отзывы разные. Кто-то хвалит, кто-то говорит, не очень понравился продукт. А вот пудру бронзер и в двух оттенках я рекомендую всем. Единственный недостаток этой пудры — отсутствие зеркала, потому что вот оно просто сюда просится. Но зато пудра, посмотрите, она дает такое сияние, она просто невероятная. Даже если лицо бледное, легкий слой наносим этой пудры, а в зонах, куда обычно наносим бронзер, усиливаем немножко, и получается загорелое холеное личико. Прям не сильный загар, но такое холеное, и легкое свечение делает свое дело, да, завершает вот этот образ, и выглядишь просто изумительно. Здесь нас ждет антивозрастное очищающее молочко, гель для умывания для нормальной комбинированной кожи. Вот так будет выглядеть гель с дозатором 150 миллилитров. Я вот дочке его всегда беру, и ей он очень нравится. Мы чередуем либо этот гель, либо с чайным деревом, либо вот с абрикосом, последний раз выписала. Мицеллярная водичка, вот такая вот классная водичка мицеллярная, она нужна для того, чтобы удалить макияж с лица и с глаз. Обязательно потом смывайте все водичкой, не оставляйте на лице. А вот сыворотка увлажняющая серии Optimals, если вы заметили, всю серию обновили, как дизайн, так и состав. И, кстати, наборы стали немного другими, стала просто интересная продукция. А то, что уходит, идет в распродаже с очень хорошими скидками. Смотрите, и увлажняющая сыворотка, она вот прям как глоток воды для кожи, настолько приятная. Я брала ее пару раз, мне просто нравится, как она на лице лежит, ну просто прелесть. Далее серия, это стимулирующая, тоник-стимулятор и шампунь-стимулятор. У меня есть только шампунь, вот так он выглядит. Он для того, чтобы волосы лучше росли, и, кстати, заметно меньше выпадают волосы. Мы пользуемся этой серией, даже видите, запечатанный новый флакончик, хотя в ванной есть открытый, но он уже такой не очень свежий, там прям последние капельки. Я взяла новенький, все равно сейчас его откроем. Очень концентрированный густой шампунь, если вы им пользуетесь, берите небольшое количество. Спонж коньяку всего за 249 рублей, классная штука, еще и в форме сердечка. Но я недавно себе взяла черный с углем, пока им пользуюсь, а их так надолго хватает, и идет такое качественное хорошее очищение кожи. И здесь же маска скраб 2 в 1 из осветляющей серии Essentials. Так, 149 рублей, какая прелесть. Мыло яблоко и корица за 55 рублей. Вот такое чудесное мыло. Оно выглядит как мыло ручной работы. Аромат просто невероятный. Я его использую прям как освежитель воздуха. Везде я раскладываю эти кусочки, а потом они переходят в ванную. Гель для душа серии Discovery, французский прованс с ароматом лаванды и апельсина. Но флакон будет вот такого размера, у меня нет именно французского, у меня есть вот Мальдивы. Но флакон 250 миллилитров, густой концентрированный ароматный гель, который прекрасно отмывает. То есть по ощущениям отличный гель, я его тоже всем рекомендую. И на этой же страничке вот такое чудо мусс, это наслаждение, просто наслаждение. Его надо вот так вот вспенить, ну потрясти, чтобы там пенка пошла, а потом вы нажимаете, и идет вот такая густая плотная пенка. Но я не буду в руки брать, пусть тут останется. Аромат невероятный, тоже для кожи прелесть, потому что это чувственное наслаждение. Идет и увлажнение кожи, и эта пенка классно очищает, и можно и побриться с этой пенкой, ну супер просто. Так, что это за ошибка загрузки? И в конце нас ждут с вами ароматы. Так, аромат такой смелый, стильный, позы The Secrets. Он действительно для таких смелых, открытых новому, уверенными в себе, кому нужно добавить еще больше, да, капельку уверенности. Вот такой вот интересный аромат. В любом случае нужно аромат подбирать через
тестеры, потому что иначе вы можете просто ошибиться. Шипрово, цветочный, фруктовый. И аромат более такой нежный и женственный, Soul Fever. Вот, тоже классный у нас был. У него в сердцевине такой аромат смородины, а чувствуется, как будто еще малинка есть. Ну, то есть очень даже интересный аромат. Так, дальше. Так, к сожалению, у меня нет всех аксессуаров, которые здесь представлены. Сейчас, минуточку, может быть, надо включить интернет. Угу. То есть здесь у нас идет сумка двухсторонняя, можно вывернуть, и она внутри светлая, бежевая. У нас идет накидка тепленькая с высоким горлом на молнии серого цвета, которая, ну, подойдет ко всему абсолютно. Сумочки, такая интересная вязаная сумка, интересно, сколько она стоит, 799 рублей. Вы знаете, в прошлом году, когда она вышла в каталоге, их разобрали в момент. Я не знаю, будут ли они сейчас. Я удивлена, увидев сейчас в каталоге, потому что это настолько модно сейчас. Сумка выглядит как ручной работы. Она такая изумительная, просто прелесть. А вторая сумка интересная, ее можно отстегнуть, вовнутрь там спрятать. Как бы потайное дно у этой сумки. Вот здесь на картинке показано, как она работает. То есть она такая раскладывающаяся. Можно вот эту вставку спрятать, можно развернуть. Вот так вот она выглядит. Красивые украшения, даже не знаю, какой цвет, фиолетово, лиловый, тут и какие-то розовые искры проскальзывают. Если вам нравятся такие вот цвета, такая цветовая гамма, есть она в одежде, то, конечно, как можно пройти мимо такого чудесного, чудесной бижутерии. Вот эта бижутерия, на мой взгляд, очень крупная. И если вы тоненькая, да, такая девочка, то, мне кажется, будет слишком громоздко смотреться, хотя модно громоздкая бижутерия, но вот мне как-то не очень понравилось. Шикарные серьги-каскады с кристаллами, я видела их в деле, выглядит круто. И ожерелье как галстук, выглядит тоже так прикольно смотрится. Кстати, хорошие скидки на продукцию. Интересное такое длинное ожерелье с розовым камнем и сверху как монетка, да, такого размера, золотистая кругляшка, даже не знаю, как сказать, но это выглядит очень стильненько, забавно, и будет красиво и на майке смотреться, и на рубахе. Вот это ожерелье с вставками, бусинами, я видела в деле, крутое. Вот я еще, когда его примерила, я сказала, да, это очень оригинально и подойдет под любой вариант практически наряда, поэтому можно брать. Интересное ожерелье, как бы снежинки, да, вот такое вот интересно будет летом смотреться, эти снежинки, и жара, и это так необычно, ажурно, воздушно все выглядит. И можно снимать вот эти крупные снежинки, а останутся только у нас такие маленькие сережечки. Так, следующее ожерелье с крупными съемными такими под золото, как будто, знаете, такое вулканическое золото, даже не знаю, как сказать, но оно интересно выглядит. Крутые цепи, цепи сейчас в тренде, они модные, они очень легкие, выглядят массивно, но на деле легкие сережки и ожерелье. Меня очень интересует вот это ожерелье, цепь и жемчуг. Почему? Объясню. Потому что у меня есть из этой коллекции серьги. И я их очень люблю. Кстати, частенько их примеряю на видео, вы меня с ними видите. Они массивные. Вот эта жемчужина, она невероятно тяжелая. И если вы захотите с этими сережками пойти на танцы, да, дискотека, или пробежаться, то нет, точно нет, прям уши оторвутся. И, кстати, можно снять эту подвеску, и останутся только такие золотистые интересные гвоздики. Я и так ношу, мне очень нравится. Но если я знаю, что не будет какого-то там вау-вау, то я, конечно, с удовольствием эти серьги наряжаю, потому что это эффектно выглядит, привлекает сразу внимание. И вот было бы здорово такое ожерелье к ним приобрести. Далее у нас пчелки. Кстати, в этой коллекции еще были серьги прикольные, почему-то их здесь нет. Серьги-гвоздики с пчелками, очень оригинально. А здесь ожерелье и колечко. Колечко такое сотое, и сидит пчелка, тоже здорово выглядит. Часики женские и мужские, на любой вкус.
И, в общем-то, все. Вот такая вот у нас получилась быстрая обзорная экскурсия по каталогу. Я вам желаю приятных покупок. Каталог уже вот-вот начинает действие свое, поэтому или уже началось. Поэтому быстренько заходите в личный кабинет, и на второй вкладке в разделе «Предложения» вы как раз найдете этот каталог, и из него можете все заказывать, добавляя себе в корзину. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.